того, независимо в стране, электронных мачтов. Значит, есть заказ у нас, и инвесторы на 5 миллионов пошли, южнокорейская фирма Global Tech. Значит, вот завод электроновомощных двигателей, 30 изделий, это насосы, также тоже есть заказ. Это вода, социальный проект, хороший. Сюда вот попробуем. Есть КАМАЗ целый. Вот, и, значит, по этим, по цифровому телевидению, допустим, приступили совместно РТРС и Мурат Магомедович Геннадьевич договорились. Привлекли компанию Global Tech корейскую, чтобы начать выпуск цифровых приемников. Сейчас в России их потребность порядка 50 миллионов штук. Я знаю. И вы начали производить? Начали вот уже сейчас. Опыты. Сколько стоит? Будет стоить свыше $50, но не больше 60. Мы сделаем для населения дешевле. Сделаем, да. Увеличение производства. И вот эти антенны. А вот мы об устройствах. Это все устройство.